Сегодня в заголовке новостей попали так называемые добровольческие батальоны, фактически частные армии. Сформированные в Днепропетровске при участии губернатора-олигарха Коломойского, Днепр начинает набор желающих со знанием английского языка. Ранее его командир, скандально известный депутат Юрий Береза, обещал с оружием прийти в Крым и, если нужно, сжечь всех. По словам Березы, на базе Днепра появится спецподразделение по американскому образцу. Соответственно, подготовка будет проходить в США. Кроме того, как прозрачно намекнул командир, с Соединенными Штатами ведутся, цитата, «переговоры относительно предоставления некоторого оружия». И, как стало известно из документа, опубликованного на сайте американских госзакупок, Вашингтон планирует направить на Украину своих военнослужащих, не менее 300 человек. Плюс некое оборудование, для которого нужны тяжелые грузовики. Собственно, перевозчика США ищут. Официально американские солдаты будут находиться во Львове 8 месяцев в рамках сотрудничества с украинской армией. Возможно, как инструкторы. Впрочем, подробности не разглашаются. А так называемый батальон «Айдар», который часто упоминался в сводках ополчения в связи с бесчинствами на Юго-Востоке, сегодня официально прекратил существование в прежнем виде. Министерство обороны Украины переформировала его в отдельное подразделение, фактически признав, что айдаровцы, и не только они, нарушали закон. В связи с необходимостью законодательного регулирования существования добровольческих батальонов, а также предотвращения противоправной деятельности отдельных представителей таких формирований, Генеральным штабом Вооруженных сил Украины было принято решение о формировании на базе добровольческих батальонов боевых подразделений Вооруженных сил Украины. На базе добровольческого батальона «Айдар» был сформирован 24-й отдельный штурмовой батальон сухопутных войск. Чуть позже назначенный из Киева глава Луганской областной администрации Геннадий Москаль заявил, что найден второй за два дня тайник с боеприпасами, который, как сказано, 35 дезертиров из Айдара готовились вывести в Киев. Упоминается почти 4500 патронов, ящик гранат, противопехотные мины, тротиловые шашки. По словам Москаля, владельцы арсенала занимались мародерством и другими преступлениями на территории, контролируемой Украиной. Напомню также, в конце января батальон пикетировал здание Минобороны из-за скандала с утерянной печатью и переоформлением документов. Так называемый комбат Сергей Мельничук прошел в Раду от скандально известной радикальной партии, но в феврале был исключен из фракции, как было сказано, за нарушение депутатской присяги.